Всем привет! Всем привет! Вы на канале Милашка ТВ. Сегодня с Милашкой мы будем делать обзор на интерактивного паука, который может выполнять три функции. Первая – это кружиться вокруг своей оси. Вторая – это нападать. Ну а третья функция – это исследовать территорию. На обратной стороне у нас нарисована инструкция и три функции, которые он выполняет. Давайте открывать. Скотч. Вот наш паук. Также у него небольшая черно-белая инструкция. Какой классный, мягкий такой. Для того, чтобы наш паук двигался, нужно его включить. У нашего паука в этот момент глаза горят зеленым цветом. Зеленый цвет. Это значит, что он исследует территорию. Когда это значит, что он двигается и кружится. Видите? Он когда красным цветом, это значит, что он будет атаковать. Берегитесь. Так. Опускаем на Милашку. Вот это получил. Красная будет атаковать. О, теперь он будет кружиться. Видите, он осматривает территорию. Попускать паука на полу, потому что на столе слишком мало места. И Ричик будет принимать в этом участие. Опускай. Да, включила. А Ричик боится. Сейчас. Не попробуем. Ой, страшный паучина. Сейчас. Он сейчас будет этот паук настолько страшный, что его испугался даже Ричик. Вот такой вот у нас паук. Милашка, тебе понравилось? Да. Это очень веселая, интересная игрушка и класс. Ставь лайк, подписывайся на канал. Пока-пока. Пока. Пока. Подпишись на канал Милашка ТВ и первым увидишь новые увлекательные видео.